В 2018 году рынок цифровых камер сократился на 22,2%. Ассоциация CIPA, Camera and Imaging Products Association in Japan, объединяющая ведущих производителей фотоаппаратов, опубликовала отчет о поставках камер в 2018 году. По сравнению с 2017 годом общий объем поставок цифровых камер снизился на 22,2%. Особенно заметным было сокращение в сегмент камер с несменными объективами. В результате они уступили по объему продаж камерам со сменными объективами. Камер со сменными объективами за год было продано на 10% меньше, чем в 2017 году. Специалисты CIPA прогнозируют, что в текущем году объем поставок цифровых камер составит 16,9 миллиона штук. Этот показатель соответствует сокращению рынка еще на 12,9% по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что поставки камер с несменными объективами составят 6,9 миллиона единиц, сократившись в годовом исчислении на 20,7%.